Оставили под стражей. Челябинский областной суд на время следствия оставил за решеткой экс-полицейского и его подельника, которые подозреваются в сбытии паленого алкоголя. По версии следствия, в 2013 году силовики штурмовали склад с крупной партией спиртного без акцизных марок, а через некоторое время вскрылось, что миллион бутылок паленки исчезли из хранилища вещдоков. В ходе расследования выяснилось, паленку мог сбыть сотрудник правоохранительных органов с подельниками. Как считают следователи, им удалось заработать 15 миллионов рублей. И вот на время следствия их заключили под стражу на полгода. Адвокат пытался обжаловать это решение, но областной суд не стал выпускать полицейских из СИЗО.